И всем привет, дорогие друзья, с вами Хьюго, и мы с вами продолжаем играть в Черный Сталкер. Последняя серия выходила довольно давно, примерно 4-5 дней назад, и что-то я немножко, конечно, затянул с выходом следующей серии, наверное, из-за того, что я делал некоторые мувики по КС и немножко еще порейдил в Расте. Сейчас не об этом, все-таки играем в Сталкер, это сталкерская игра. И сейчас у нас очень важное задание. Нам нужно найти неизвестное короче, анекдот цивильный. Так, мы подходим к командующему отрядом. Берем 4-5 человек для того, чтобы устроить засаду для монолита. И выдвигаемся к школе. Так, сейчас мы сохранимся. Так, блин, я хотел вот эти все вещи, конечно, выложить. Ну ладно, ничего страшного. Айс, на крышу! Остальные за мной. Айс. Снайпер Айс, что ли? Морозов. Хорошо. В принципе, я мог бы на крыше посидеть. У меня тоже же снайперка есть, довольно неплохая. Так, тихо, тут аномалия где-то. Тихо, тихо, не толкайтесь, тут аномалия. Так, осторожно, парни. Чего там увидел такое? Все нормально, брат. Все нормально. Так, куда мы идем? Всем занять позиции. Моя, пожалуй, позиция будет даже так. Ну, давай, наверное, на втором. Но я хочу на третьем. Мог любить троицу, значит, я буду на третьем сидеть. Вот, отличный обзор. Как раз это последний этаж. Так, ну ладно, давайте начинаем нашу операцию. Начинаем. Ждем врага, как я думаю, да? Какие-нибудь снайперы, может быть. Подождем, пока дойдут до центра двора. Так, он вижу две цели. Раз, два, три. По-моему, четвертый сзади еще плетется. Нет, их тут гораздо больше. Наш пятеро, а их 10. Так, калаш. Есть цель. Калаш. И какая-то хрень. Ну, это, думаю, не то. Ну, давайте уберем их, да? Отличный выстрел, тач-майор. Маленький спецотряд мы устранили. Но у них нет того, что нам нужно. Айс, ты прикрываешь. А мне нужно туда идти. Не знаю, но я скорее всего схожу. Но я точно смотрел, что в оптике у них нет оружия, которое нам нужно. Но видите, у них говно. У них не то все. Геркулес. Какая-то еще хрень. Вот нас уже пали, кстати, через окна. Вот. В укрытие! Благодарим тебя за то, что раскрыл слугам твоим козни врагов наших. Озари сиянием твоим души тех, кто отдал жизнь во исполнение воли твоей. В бой, защитники монолита! В бой! Отомстим за павших братьев наших! Вещи. Да будет благословенно вечное завали, единение с монолитом! Лютая смерть тем, начинается веселье, парни. Священную силу! Так, виски. Выски монолитовцев по окошкам аккуратненько. Так, нету. Вот есть цель. Хедшот. Тихо, галс. Галс на крыше. Так. Плечо, хедшот. Так, блин, где еще там? Так, сейчас схитрю, возьму бинокль, попробую так их найти. Да. Понятно, здесь один, здесь двое, здесь еще один. Так, где ты что у нас сидишь? Так. Промасл. Еще раз хожу. Так, давай, вылезай. Молодец. Они уже, кстати, поступают. Ой, кстати, этот-то. В лицо ему дал хорошенько. Падай. Ой, хорошо. Так, отлично. Кстати, да, печальная новость. Походу весь отряд наш расстреляли, и один остался. Ой. Так, это уже опасно.
Это довольно, кстати, опасно, друзья. Минус один. Так, я видел, что на втором тоже черти. Вон, вон, вон. Раз, минус два. Я сейчас эйс сделаю еще раз. Только в сталкере. Так, ладно, план Б. Я возьму... Ой. Я буду следить за врагом. Идиот. Чуть на собой их не угробил, же идиота кусок. Дебил, а. Что это там действие? Прошу помощи. Помощи не будет, мне кажется. Потому что вас трое. Ликвидируем его. Как я так обоссался-то, ё-моё, эй. Куда он делся-то? Все. Остался один последний. И он где-то здесь. Так. Я не смогу, скорее всего, вылезти через окно, да? Ага, он по мне шмаляет уже откуда-то. Откуда? А, все, 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 все. Вижу. Заклинило, заклинило, как всегда. Ну же, это же сталкер, ну. Ты чего удивляешься, это сталкер же. А теперь куда он исчез? Какое окно убежал? А, вот, 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 вижу, вижу, вижу. Куда пополз? Я тебя видел, вот ты. Попал, отлично, просто. Прямо в сердец ему. Конечно, очень мне обидно, что я опять не мог никого спасти. Это ж сталкер, самый сложный, мать его, мод. Тут уж как судьба распоряжется, точнее. Кто точнее будет стрелять. По сути, как всегда, точнее враги стреляют. Так. А, по-моему, сейчас все трупы исчезли, потому что я там один раз умер. Что есть очень плохо. Так. Туда вот лестница. Так, лестница. Тут один труп всего лишь остался. Блин, там СВД вот было, вот я помню, на втором этаже. Блин, я из этого умер. А, вот СВД. Супер. Супер. Просто найс. У нас теперь еще СВД есть. СВД, кстати, круче по точности и повреждению. Надо будет ее починить. А, у техника здесь есть вроде как техник. И забрать себе вот наш гаусс, за который мы гнались. Так, петь опора, который ни разу по нам даже не попал за этого гаусса. Так, отлично, все. Теперь самое главное нам целыми невредимыми добраться до... Чем эти вещи делают с собой? Не знаю. Так, нам нужно добраться до прачечной обратно. Чтобы доложить Ковальскому, что задание выполнено, но, к сожалению, отряд не смог выжить. Кстати, да, Аист-то умер, да, ведь? Да, Аист тоже умер. Ну, хотя пушка, ладно, осталась у меня. Я заберу это уже, пожалуй, себе. А это мы будем знать, хрен поймешь, из чего избили вертолет или нет. А, слушай, майор, у тебя есть вроде связи со сталкером. Может, они имели дело с такими штуками? У них ведь есть техника. А, попробуй с ними пообщаться. А, хорошо. А, да, и, кстати, пришел еще один сталкер со стороны Юпитера. Поговори с ним, если хочешь. Опа. О, разведгруппа вышла на связь. О-о-о. Группа, прием. Что там у вас происходит? Майор, надо найти разведгруппу. Выяснить, что случилось. Ха, чертовщина какая-то. Ты это, майор, ты поаккуратней там. И все время держи связь. Ничего. Хорошо. А, перед операцией можно выполнить, точнее, запас. О, окей, хорошо. Если у вас есть ресурсы, то пожалуйста. Это ж надо такое, до Припяти дойти без происшествий. И как ты только этот путь нашел, ума не приложу. Сложного тут ничего нет. Сноровка нужна и малость удачи. Вот нам и повезло.
А то, может, зона наградила за терпение. Я ж с учеными вон сколько торчал. Как ты сюда дошел? Да, Герман меня тоже успел достать. Так, нам нужно с вами выдвинуться. Так, найти нас спецгруппу. Да, недолго она, точнее, недалеко ушла. Практически за угол. Чего они там увидели? Непонятно. Кстати, да, тут щелкать клювом тоже нехорошо. Это все-таки Припять и мод черный сталкер. Вот меня уже кто-то видит, уже кто-то меня, видите, смотрит. Тут уже меня палит. Так что клювом щелкать тут никогда так-то. Очень опасно здесь. Ну и чего тут у них случилось? Они только до угла дошли. А, собаки что ли убили? Ну и чего случилось у них? Я нашел группу. Все мертвы. Их кто-то расстрелял. Но следов никаких. Это фанатики, черт бы их драл. Нужно с ними разобраться. У разведгруппы были данные места скопления монолита. В записях упоминается магазин книги. Лады, я тебе вышлю двух бойцов. Они будут ждать возле объекта. Конец связи. Хорошо, новое здание установить. А, встретиться с подкреплением, окей. Сейчас мы так быстренько посмотрим. О, винторезик, это хорошо. Неплохой тут отряд ничего будет. Хорошо, вооружение, так что они так ослились все. Это, конечно, мне непонятно. Даже дозиметры были у них. Неплохо, ой, тихо, аномалия. Так, 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 так. Там собаки шалят. Лают везде аномалии. Очень опасно тут. Ходить. Так, с кем я должен встретиться? Кто где вообще? Эй. А где народ-то? А, вон ползут. Так, кто у нас тут? Какой-то вояка и циколов. Эй. Знаешь, я тут подумал. С тобой вроде безопасней. А Меркулов что с тобой пошел? Ну, пускай идет, чё. Ну чё, ребятки, сейчас по щелкам, по черепам, а? Внимание! Говорит полковник Ковальский. Да. Судя по показаниям приборов, приближается выброс. Всем срочно в укрытие. Пощелкали, парни. Отлично, минус один. Минус два. Минус три, если да, вообще жарит просто, смотрите. Да. Хорошо. И на весь наш отряд уклали просто. За два выстрела. Капец, ну. Я не знаю, как в этом мод вообще играть. НСП сдох просто. Так, все, минус 5 там. Я уже сделал. Хедшот. Все, 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 заходим, парни, заходим. Флешка. Следующий, следующий угол. Флешка. Такс. Спини. Отлично. Все, парни. Так, это что еще такое? Все, всех завалили мы. Внимание. Все. Говорит полковник Ковальский. Выброс закончился. Все это очень странно. Кто-то явно управляет этими фанатиками. Ладно, об этом потом. Так, хорошо. Мы все с вами, в принципе, сделали. Очень печально, что, конечно, опять мы весь отряд с вами погробили, но... В принципе, ничего страшного, это сталкер все-таки. Такая, если у нас такая концовка, наверное, была, что все помрут, одни мы только с вами выживем. А, ну что, друзья, всем, кому понравилось данное видео, ставьте обязательно лайк и подписывайтесь на канал. А всем желаю удачи и до скорой встречи в новых видео. Всем пока-пока.